15 февраля 43 года. Дорогие мои, живу ожиданием писем от вас. Сижу в шалаше у костра. В котелке снег, это будет чай. От шинели валенок идет пар. 2 дня была мерзкая погода, шел дождь. К счастью, у меня есть кожаные сапоги, а иначе дело было бы плохо. Готовимся к большим боям и переводу из кандидатов в гвардейцы. Нужно торопиться, так как наш фронт в большом долгу перед страной. Кроме того, весна на носу, а весной здесь утонешь. Сегодня нам выдают погоны. Хорошо было бы показаться вам всем во всем блеске. Идет снег, кругом необычная тишина. Чай мой вскипел, буду промывать желудок. А потом хочу написать несколько слов Володе. Крепко всех вас целую, будьте здоровы, В. Письмо с фронта лейтенанта Владимира Климовича.